День знаний – это важное событие, которое отмечается во всех образовательных учреждениях. Этот год не стал исключением. В поселке Майский подготовка к торжественной линейке была проведена на высоком уровне. Учащиеся, нарядно одетые, с цветами в руках, собрались, чтобы отпраздновать начало нового учебного года. На мероприятии присутствовали почетные гости, среди которых глава района Заур Хамирзов, глава сельского поселения Андрей Дацко и настоятель храма отец Евгений, а также ветераны педагогического труда. Здравствуйте все, дорогие ученики, верные друзья, заботливые родители и уважаемые гости. Доброе утро, наши любимые учителя. Словно летящая в небе планета, быстро промчалось звездное лето. Осень шагает опять по планете. В школу спешат отдохнувшие дети. Школьные двери вновь распахнутся. Завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час. С праздником мы поздравляем всех вас. Для одних последняя линейка, для других все будет в первый раз. С волнением, трепетом, любовью сегодня мы приветствуем всех вас. Бурными аплодисментами мы приветствуем и встречаем самых маленьких учеников, самых красивых, самых перспективных и подающих большие надежды наших первоклассников, а также их классного руководителя Тищенко Ольгу Яковлевну. Сопровождать их будут ученики старших классов. Какие они нарядные и непривычно серьезные. Это наша смена, между прочим. Это те, кому предстоит творить завтрашний день. Пусть фанфарно звучит, но зависит от нас вся Россия. Любовь к ней взаимна. И не просто мелодия грянет сейчас. Мощь и гордость российского гимна. Школа Смирна. К поднятию государственных флагов Российской Федерации и Республики Адыгея приготовиться. Право поднять флаг Российской Федерации и Республики Адыгея предоставляется учащимся Майской средней школы Баденко Кире, Григорьевой Анастасии, Лопес Дмитрию, Вороковой Камиле, Исуповой Ирине, Псиунову Аслану. Флаги Российской Федерации и Республики Адыгея поднять! Посвященную Дню знаний объявляем открытой. Школа – наш второй дом. Дом,
в который часто приходят гости. Вот и сегодня на нашем празднике они присутствуют. Слово очень важному и дорогому для нас всех гостю, самому первому. Очень хочется предоставить главе администрации муниципального образования Кашихабльский район Зауру Аскарбиевичу Хамирзову. Спасибо. Добрый день. Я сегодня очень рад присутствовать на этом очень замечательном мероприятии. День знаний. Хотелось бы сначала поздравить наших первоклашек, которые первый раз в жизни переступили порог этой школы, для которых сегодня прозвучит первый звонок, и у которых предстоит очень-очень много лет, уверен, плодотворной учебы. Майская школа всегда славилась своими выпускниками и особенно своим педагогическим коллективом. И эти славные традиции соблюдаются, чему я не могу радоваться. Хотел бы поздравить всех учащихся Майской школы, выпускникам, учащимся 9-11 классов, хорошо подготовиться к выпускным экзаменам, удачно их сдать. Впереди у вас, я уверен, замечательная, интересная жизнь. Я уверен, что она у вас состоится. Еще раз, с этим замечательным праздником, Днем знаний, успехов, удачи всем. Спасибо. В этот праздничный торжественный день нас пришел поздравить глава администрации Майское сельское поселение Андрей Григорьевич Дацко. Добрый день. Всех поздравляю с праздником, с Днем знаний. Сегодня у всех учащихся, будь это первый класс, второй, девятый, десятый, у всех учеников стоит одна большая задача – получить новые знания, показать себя в течение этого года. И, как уже было сказано выше, главой района, школа всегда славилась своими выпускниками, своими педагогическими коллективами и так далее. Поэтому я хочу пожелать всем учащимся удачи в этом году, чтобы вы получили все необходимые знания, показали свои результаты не только на уровне района, но и на республиканских мероприятиях, на олимпиадах. Родителям тоже терпения, удачи, помогать своим детишкам, ну и педагогическому коллективу дать хорошие знания, как это было всегда. Еще раз с праздником! Слово для поздравления и напутствия предоставляется директору нашей школы Нине Николаевне Шаматриной. Доброе утро, дорогие гости, ребята! Школа открывает свои двери. Это значит, что новый учебный год начинается. Он не будет легким, он будет трудным, интересным, творческим, креативным. Все это будет зависеть от вас. Я думаю, каждый из вас поставил цель добиться чего-то нового в этом учебном году. Конечно, больше всего мы будем переживать за наших выпускников. Хорошие ребята уйдут в очередной раз. У вас есть цель. Постарайтесь в этом году получить как можно больше знаний, чтобы реализовать все, к чему вы шли все эти годы. Мы всегда готовы вам помочь. Есть у нас еще пятый класс, который также переходит из начального звена в среднее. Ребята, мы тоже готовы подставить вам свое плечо. Мы принимаем вас в свою большую дружную семью. Будьте добрыми, воспитанными. И самое главное, хорошо учитесь, понимайте взрослых. Малышам, которые сегодня впервые переступят порог этой школы, мы желаем также творчества, хороших оценок. Будьте послушными, чтобы все в этой жизни у вас ладилось. Конечно, все эти заботы, они ложатся на плечи учителей. Дорогие коллеги, энергии вам, неиссякаемого желания идти на урок и отдавать. Я знаю, что в этой школе работают самые лучшие, самые творческие, креативные, добрые. Я могу перечислять бесконечно этот список. Это вы, дорогие мои коллеги, плечо к плечу. Мы сделаем очень много для наших детей. Крепкого вам здоровья. И школа готова нас принять в очередной 2024-2025 учебный год. В ходе линейки были подведены итоги учебного года 2023-2024. Ученики и учителя, проявившие достижения, были награждены похвальными листами и благодарственными письмами. В
В нашей школе каждый ребенок чувствует себя нужным и является активным. А вот почему, нам расскажет председатель первичного отделения движения первых в нашей школе Ворокова Камила. Всем здравствуйте. В прошлом году на территории нашей школы было открыто первичное отделение движения первых. Движение первых – это общественное, общественно-государственное движение детей и молодежи. Создано оно было в 2022 году при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Движение первых объединяет молодежные организации страны. Так в него вошли такие крупные организации, как Юнармия, РДШ, Большая перемена. Движение занимается воспитательной работой. Участников организации направляют взрослые наставники. Главной задачей движения президент назвал создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Участие в проекте движения первых позволяет школьникам, студентам колледжей проходить стажировку и курсы, посещать культурные мероприятия, консультироваться с экспертами, встречаться со знаменитыми людьми и другое. На этом у меня все. Если у вас будут вопросы, обращайтесь либо ко мне, либо к куратору нашей школы. Большое спасибо, Камила. Ну а сейчас мне очень хочется предоставить слово человеку, который отдавал нашим малышам много нежности, заботы, ласки и, конечно же, любви очень-очень долгое время. Это их бывший уже воспитатель Галина Витальевна Беличенко. Милые мои детки, я с грустью, умилением, но и с гордостью смотрю сегодня на вас. Вы уже такие большие, смышленые и самостоятельные. Хочу пожелать вам всегда быть такими открытыми для мира. Желаю смотреть на жизнь такими же большими и светлыми глазами. Дарить окружающим всю чистоту и любовь, которая еще ярко живет в ваших маленьких детских сердечках. Ничего не бойтесь. Ведь впереди вас ждет столько непознанного, вами интересного и увлекательного. Сегодня школа встречает вас. И вы обязательно подружитесь с вашими новыми учителями. И найдете много ответов на ваши постоянные «А зачем?», «А почему?». Летите, мои птенчики, в этот взрослый, строгий, но интересный мир. Пускай ваш полет всегда будет легким и добрым. Пускай у вас всегда все получается. А на пути встречаются только хорошие люди. В добрый путь, мои хорошие. Большое спасибо за такие теплые слова, Галина Витальевна. Да, все мы были первоклассниками. Все не спали ночь перед первой линейкой. Все волновались, переживали. А если кто-то из вас забыл, каково это, то наши первоклассники всем сейчас и напомнят. Дорогие малыши, знаем, вы готовились рассказать свои стихи. Вы уже настроились? Мы приветствуем всех вас. Перед вами первый класс. Мы стояли, долго ждали и обдумывали речь. Уж пол речи мы сказали. Уф, гора свалилась с плеч. Месяц-два тому назад мы ходили в детский сад. Много кея, много пии, очень вырасти хотели. Мне исполнилось 7 лет, и пойду я в этот раз самый лучший первый класс. Буду в школе я учиться, и мечтаю я о том, чтобы в школе отличиться и, конечно, стать врачом. Наконец сбылись мечты, впереди учеба, всюду яркие цветы, нынче день особый. Я хочу учиться в школе, все сложила в ранец я. Карандаш, пенал, тетрадку, только нету букваря. Я леплю из пластилина, изучила алфавит. Расскажу без напряжения вам таблицу умножения. Знаю север, знаю юг, нарисую мелом круг. Чтобы делу научиться, надо много потрудиться. Нас всему научат в школе, воспитают нашу волю. Даже важный генерал все со школы начинал. Правда, он тогда не знал, что он будет генерал. Мы должны теперь учиться, не зевать и не лениться. На 4 и на 5
на уроках отвечать. Ведь идем мы в первый класс всей гурьбой веселой. Принимай же, школа нас! Здравствуй, здравствуй, школа! Сегодня важный день и для 11 класса, ведь этот год для них очень ответственный. Предоставим им слово. Дорогие первоклассники, у вас сегодня день особенный. Вам радостно и весело сейчас. Пришел вам пожелать успехов наш дружный выпускной 11 класс. Вам посчастливилось попасть в замечательную школу. Теперь она будет вашим вторым домом. Мы принимаем вас в нашу дружную семью. И в подарок от нас эти разноцветные шары, непростые, волшебные. Белый шар – это знание и интеллект. Пусть ваши знания будут самыми прочными. Желтый шар – творчество и фантазия. Пусть ваша школьная жизнь будет яркой и интересной. Зеленый шар – это лидерство. Стремитесь к вершинам в учебе, спорте и творчестве. Синий шар – это мир. Пусть счастье будет в каждом доме, в том числе и в нашем, школьном. Красный шар – это чувства и эмоции. Мы дарим вам тепло наших сердец и с любовью встречаем в нашей дружной семье. Ну а самый главный подарок, я думаю, 11 класс придет в гости к первоклашкам и подарит им уже там. Итак, у нас еще один подарок, но уже теперь для всей школы. Встречаем бурными аплодисментами Григорьеву Анастасию с песней «С чего начинается Родина». С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Настанет. Ему навстречу сердце отвори, и пусть на всей земле светлее станет. Проснись, звонок, звучи, звонок, звени. Право дать первый звонок предоставляется обучающимся 11 класса Баденко Кире и Псиунову Аслану, а также ученицам 1 класса Павловой Злате и Псиуновой Самире. На нашем школьном небосклоне загорелись новые звездочки. Это наши первоклассники.
Дорогие первоклассники, мы принимаем вас в нашу дружную школьную семью. Хочется пожелать вам, чтобы школа стала для вас вторым домом, а ваш классный руководитель – второй мамой. Уважаемые родители наших первоклашек, мы поздравляем вас с Днем Знаний, с первым важным шагом в мир школьных открытий, новых историй, заседаний и побед. Желаем не терять своей уверенности и заново вместе со своими детками отправиться в увлекательное путешествие с буквами и цифрами по страницам веселых задачек и ребусов. Желаем вам терпения, умения и настоящей родительской выдержки. Пусть дети каждый день вас радуют высокими отметками и своими достижениями. Ну и теперь давайте дружно-дружно всей нашей школой поприветствуем наших первоклассников и проводим их на первый школьный урок. Одним из трогательных моментов стало приветствие 21 первоклассника, которые впервые переступили порог школы. Для них этот день стал началом нового этапа в жизни, полным открытий и знаний.